Ну, такое небольшое отступление, как это работает, если кто не знал. Вот здесь находится инфракрасный передатчик, то есть светодиод. Он генерирует лучи, ну, вот такие вот сигналы и лучи света инфракрасного, то есть инфракрасного излучения. И они отражаются от всего, от, вот, к примеру, вот этой белой ткани, от, ну, не знаю, стен, от всего, и попадают на светоприемник, точнее приемник инфракрасных сигналов, который настроен под конкретную частоту, на которую настроен и пульт. И, собственно, команда декодируется. Вот, при нажатии одной кнопки здесь как бы в двоичной системе числения передается число. Одно число, второе число, третье число, четвертое число. Ну и так по всем кнопкам. И при приемник все это принимает, декодирует, то есть превращает из вот такого вот вида сигнала в электрические импульсы. Электрические импульсы тоже, в свою очередь, декодируются и попадает на цифровую плату управления, которая уже знает, что делать при нажатии на какую кнопку. Ну, как-то так, не знаю, получилось или нет. Для моего лайв-канала, думаю, сойдет. Такое, как бы, небольшое мое пояснение.